Мы приветствуем всех подписчиков и зрителей нашего канала. Сегодня мы с Романом выехали на спасательную операцию. Позвонили наши коллеги на эвакуаторе. Ну, шоссейном у нас их много знакомых. И сказали, что какой-то КАМАЗ полноприводный по лэпке заехал. Там его стянуло в сторону, он застрял. Ну и, в общем, все, обездвижился. Дальше ничего сделать не могут. Погоди секундочку, а как нашим подписчикам естественная среда, скажем, то, что камера у меня в руках трясется так же, как я трясусь в этом автомобиле? Потому что мы едем по грунтовке, я не удивлен. Это так, это еще очень хорошая грунтовка, хорошо бы подольше она такая бы оставалась. Но самое интересное, что, судя по фотографиям, КАМАЗ 6х6, 43-118, лаборатория какая-то там передвижная. В общем-то, он вроде сидит-то не слишком сильно. Вот, но, наверное, как обычно, не пользуются люди подкачкой. Сейчас все увидим на месте. Да, у нас были уже несколько таких эвакуаций именно с лабораториями. Все дело в том, что на одной эвакуации было аж два КАМАЗа. И даже, скажу больше, у них у обоих были лебедки. Но дело в том, что они, ну, они молодцы, они пытались, конечно, справиться своими силами. Они размотали сначала лебедку на одном КАМАЗе и оборвали предохранительные винты на кардане. Потом размотали лебедку со второго КАМАЗа и оборвали предохранительные винты на кардане. Ну и после этого позвонили нам, мы приехали и вытащили обоих. Здесь то же самое, скорее всего, потому что, скорее всего, КАМАЗ укомплектован лебедкой. Но, как показывает практика, не пользоваться лебедками не умеют, да, и лебедки не отслужены. Поэтому, собственно говоря, у нас работы хватает. Сейчас по обочинам стоит, кстати, очень много легковых автомобилей. Народ еще по-прежнему продолжает ходить в лес и пытаться найти грибы. Ну, а мы едем в лес для того, чтобы найти КАМАЗ. Так, дошли мы до КАМАЗа, дошли по той причине, что сначала, конечно, мы подошли и осмотрели. Оказывается, возле него есть место, где можно развернуться, и это прекрасно. А теперь Серега занимает позицию для того, чтобы работать. Упоролся туда-то левым колесом. Ну, сейчас еще и Серегу засадим. Надо спускать колеса, то есть не надо. Ни на что надеяться. Дорога, конечно, плотная, но не под передним левым колесом. Все, Сергей наконец успокоился, и мы берем ключ для того, чтобы спустить колеса. Стандартно. Сейчас мы все дружно поймем, куда же хочет ехать Сергей и какой план. Так, ладно, раз принято решение
ничего не пить не пилим, пилу убираем. Я не знаю, как вам показать, примерно вот так вот. Ходим по тоненькому, проверяем глубину. Если бы у меня были хорошие выдерсы, я делал бы это, конечно, более уверенно, но пока их нет. Так, сейчас мы спустили колеса до давления 1,1 примерно, 1,2. Я думал, что больше не стоит, но чтобы вот эту жижу, которая перед нами, шибко колеса не резали, это было необходимо. Какая красота! Тут только этих самых карасей не хватает. Или пескарей. Тут твердое дно. Я вижу, бревно вот то не зацепить. Нет, нет, я смотрю. Там просто давление маленькое, оно не пустое. Это у вас будет так же сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сильно Серега погружается. Все, сильно. Подожди, ты не чувствуешь? Нет, я тебя слушаю. А зачем ты меня слушаешь? У меня аж рация в кабине лежит, прямо перед тобой. Так, ну что, тянем потихонечку. Сергей сказал, что сначала вытащим Урал из воды, потому что задние левые колеса в воде, чтобы ступицы не набрали воды через сапуны. Хочет немножко его приподнять. А потом уже КамАЗ. Оба автомобиля в данный момент находятся без тормозов, без ручника. Не облегчить морду, кран назад распустить. Ты нормально поднимаешься. Посмотри, может, я уже тормоза отпущу, и мы начнем тащить КамАЗ. Давай, попробуй. Все, поехали. Давай попробуй КамАЗ тащить. Ну, он с ручника снят, все. Ждем только тебя. Тащи, наверное, потихонечку. Так ты завел машину. А я должен был ее завести. Я тебе сказал. А вы просто со стороны поснимайте. Вот это все хозяйство. Да? Я вот туда к себе вижу. Пускай там гопу. Включи это видео. Надо было вообще вот оттуда снимать-то. Че? Оттуда надо было снимать. Ну, есть возможность обойти, если надо. А у меня это, сапогов нету, мне там не пройти. Вот Андрюха стоит, самый главный. Все, отходим. Да. Да, уверенно, вперед. Идет, 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 нормально все. Так, пошла, пошла. Да? А не, она сейчас вот эти колеса съела, когда я нормально. Он? Что? Стоп, ребят. Сиди, сиди там. Да я тоже посмотреть. Ну интересно же, ну. Да не, мне важно, чтобы он начал выравниваться. А он выравнивается. Вот вы сейчас заходите уже, вот выравниваете. Нет, так он выходит здесь плотнее, вот здесь намного плотнее. Не, ну по переднему колесу видно, но как через такой бордюр переезжает. Но его тащит туда откровенно, прям тащит. Да, да, да. Его тащит все туда, смотри. Нет, выходит, ну дальше просто плотный грунт. Ну жопа, начинает. Смотри, как она съезжает. Отлично, дальше передний грунт тут плотнее начинается, под передним правым колесом. Он начнет выравнивать. Вот, нужно еще вот сюда хотя бы проехать, и все, и она выровнялась полностью. Нет, тогда вот там колеса вот у ямы от переднего колеса уходят. Давай тащить. Йо-йо-йо. Ну, я, наверное, запущу мотор. Брат, с приключениями. Мне руль не удержать. Ну, давай, будь помогать, как тогда? Катится, как.
удовлетворение, колесо в другую сторону крутится. Так, вы Урал все равно не очень удачно стоит. МВД, да? Механически можно было бы накрутить, да, чтобы. Я думаю, надо тащить вперед. Что ты говоришь? Тащить, думает, вперед. Ну, значит, надо тащить, потому что меня откровенно там. Я чувствую, что тащит и тащит туда правее. Так-то, в принципе, все лучше и лучше. Ну да, уже. Поровнее, конечно, стал от того, что было. Че? Поровнее стало от того, что было. Просто морда, как только я начинаю передачу включать, меня, соответственно, пытается... Стягивает, туда... да-да. Так, может, зацепим все за правую сторону? За левую? А, за правую. Ну, машина правая все равно. Правая, левая, левая. Подожди, подожди. Тогда наоборот за левую, наверное. За нет. Правую, чтобы вот туда стаскивал. У него. Так, ну да, да, давай за правую. Ну давай принимай трус тогда. Так просто заднюю передачу включить, и нужно полметра проехать. А я не проеду, я же не могу ехать. Сказал. Я говорю, вот на сухое выйду. Нет, так, а если ты сейчас просто даже включишь лебедку и просто подтащишься. Ну. А, подожди, у нас ничего не поменяется. А, отлично. Попробуй включить передачу и просто пойдем. Назад. Назад. На полметра, да. Он пойдет. Сиди. Да мне сидеть для этого в машине не надо. А что, сцепления нету, что ли? Там сцепление у вас капец. А кого новое поставили? Но оно не работает. Его в Архангельске поставили. Давай я все-таки потом стягиваю эту дорогу. Я не смогу на него. Меня потянет. Вот сюда, если я буду, вот здесь. Возьми его просто сейчас за правую сторону. Да, да, там немного мы выиграем. Мы выиграем всего, грубо говоря, там полметра максимум. Ну тут не сманеврировать, видишь. Я походил, мне твердо, а ты проваливаешься. Вот это, ты идешь, он трясется подо мной. Да, а подо мной трясется. Парня, у вас лом есть где-нибудь здесь, Яне? И в конце машины. У вас лом тут есть? Нет, монтажка, лом, что-нибудь такое? Нет, у них нет. Тут в машине лежит. Где? Да, ну покажи, что там это. Ой. Вы какую сторону? В эту? Да. Ой, ты своим всем весом удавил, так что у меня аж ноги оторвались. Все? Отпусти. А? Да нет, еще же надо. Еще? Да. Все? В целом, да. Давай. Катай.
КамАЗ практически спасен. Теперь задача спасти Урал. Серега съехал туда, куда не планировал. А подсказал ему я, куда съехать. Сильно он ругался. Еще пару метров и все. Хорош, хорош, хорош. Ну что, готов один голубчик. Идем за вторым. Как не очень сложная операция, да, а была такая прям увлекательной. Ну что, друзья, еще один пациент спасен. Мы счастливы, они счастливы, все счастливы. Как он там оказался? Банально, навигатор. Человеку показал навигатор, что необходимо свернуть налево, и, соответственно, он не стал с ним спорить, он повернул налево, а оттуда начал кричать «СОС». Ну, собственно говоря, на эти крики мы подъехали. Ладно, вам всем удачи и пока. Будьте внимательны, навигаторы врут.